Выиграй крутые призы уже сейчас! Выбери коробку, открой ее и гарантированно получи один товар. Чем дороже коробка, тем ценнее призы внутри. Ты можешь открыть одну коробку в день полностью бесплатно. Проиграть просто невозможно. Уже более 1,5 миллионов человек испытали свою удачу. Поспеши! Сейчас действует акция плюс 20% к первому депозиту. С Runbox выигрывает каждый. Знаешь, детка, я совсем не ожидал. Знаешь, детка, я... Знаешь, я совсем не ожидал. Встретить тебя тут упадем совсем слаб. Яуза. Всем привет. Доброе утро. В Питер, Казань, Казахстан. Всем привет. Все, кто с нами. Келевра, салам. Как делы? Ну что, рассказывайте, друзья, как вам два наших крайних сингла? Еду по творческим делам, по творческому движнику, по рэпу, йоу. Если вы понимаете, о чем я. Мега круто. Спасибо. Надеюсь, что вам понравилось. Я знал, что будут задавать вопросы, когда Untouchable уже не смешно. Энди, женись на мне. Ну ты же мужчина. Ты что творишь? Сучонок. Зачем так говорить? Не, ну если женись, то вряд ли это делает парень. В Москве концерт, не знаю, друзья, даже не хочу обещать в ближайшее время. Когда криминал? Какой криминал? Вот я вообще не догоняю, о чем вы. Вы понапридумываете название треком, а потом иди и догоняй, о чем вы. Мы же совсем по-другому их называем. Криминал. Нет, я сейчас не во Владике, брательник. Трек «Вера» выйдет на альбоме у Рэмдиги. «Мама-мама криминал». Я вас тоже люблю, друзья. Там уже ничего, это не важно. Я уже потом сам проверю. Где хиты? Что для вас хиты? Когда трек со скрипи, когда-нибудь. Почему Мияги удалил страницу в Одноклассниках? Он в WhatsApp тоже удалил страницу. И этот. Он сейчас через пейджер общается со всеми с нами. На самом деле Азамат удалился соцсетей просто из-за того, что они ему надоели.
Ничего такого нету, прям серьезного. Вы задаете много вопросов по этому поводу. Азамат просто решил разгрузиться. Это хорошее решение. Не то чтобы хорошее, здравое. Мы его поддерживаем. Все правильно. Задумайтесь об этом. Сколько времени отнимает все это? Салам, салам всем, кто подтянулся. Давайте поговорим по трекам. Хлой, брат, как ты? А, у нас даже не два трека, что-то я забыл. У нас еще и Туманио с Хлоем выпустили трек. Кстати, как вам этот трек? Мне кажется, это уровень. Такого не делал никто еще на Хаджиме. Такого качественного звучания на английском. За исключением Кади. Туманчик выстрелит еще. Обязательно. Все только начинается. У Туманио сейчас очень много крутого материала. Он мне показывает каждый день что-то новое. Я в шоке, не знаю. Готовьтесь, друзья. Это будет очень серьезно. Другой уровень вообще какой-то. Что-то прям очень новое, свежее. Да сейчас делает Санек. Спасибо, брат. Тебе тоже хорошего дня. Выздоравливаем. Мы тебя ждем. Ты нам нужен всегда рядом. А как вам Хлой, друзья? Как вам вообще это? Получается, это первый трек. Первый записанный его трек. Интересно ваше мнение. Мне кажется, для первого трека это очень и очень сильно. Туман творит годное дерьмо, базару нет, а скажи, когда выстрелит. Смотря что вы подразумеваете под словом выстрелит. Лично для меня он выстрелил уже с первого трека, его услышанного. То есть он сразу мне залетел, он сразу выстрелил, если говорить о моем понимании. Да, Untouchable. Не смешно, честно. Я люблю хорошие шуточки, вот смешные, но сейчас как-то не очень. Вот если бы прошел месяц-два, и вы написали, когда Untouchable, тогда я бы, может, еще посмеялся. Когда забыл бы просто про это уже. Мама Freedom. Да, в принципе, готов он уже тоже. Сейчас в ближайшее время будем решать, что с ним делать. Должны понимать, что треков, в принципе, у нас много. У любого артиста, который давно уже занимается музыкой, всегда есть много демок, много треков, которые когда-то записывались. Просто сейчас всегда самый острый такой вопрос бывает. Лично для меня, не знаю, как для многих. Но это вопрос с релизом именно, с датой определения, определенности. Ее пока нету. Потому что мы в первую очередь заботимся о настроении.
это очень важная вещь. Нужно понимать, в какое время ты должен дать людям, ну, подарить людям свое творчество, свое творение, чтобы это было точно, чтобы это было вовремя, самое главное. В Павлодаре концерт будет. Да я бы с кайфом вообще выступил и в Павлодаре, и в Караганде. В принципе, Казахстан сильно нравится, что мне, что Азамату. Там очень такая теплая обстановка, всегда нас там любят. Мы это чувствуем, мы это видим. И не за горами те дни. Возможен ли Фитсти Фест? Да мы с Кирюхой часто, да, обсуждали, но это... Тоже такой вопрос. Точно я не смогу на него ответить, потому что для нас, в принципе, все эти совместные треки – это не самое главное. Для нас главное – это отношения, наверное. А треки – это уже второстепенное. Оно... Мы к этому можем прийти, можем вообще не прийти. То есть самое главное, что парни от души круто делают музыку. А там будет, не будет – это уже вопрос времени. Кто сливает ваши треки? Кстати, вот по этому поводу хотел еще поговорить с вами. Треки не сливают, и они... Я много комментариев видел по этому поводу. Пишут, там слили трек, не слили трек. Но вы должны понимать, что треки, они где-то появляются раньше. За счет того, что в iTunes... Да, часовые пояса мы в iTunes можем, грубо говоря, выбрать дату, поставить число, выбрать время, и этот трек может появиться, естественно, раньше где-то у кого-то за счет того, что, ну, разные часовые пояса, и поэтому у кого-то он появляется раньше, и, естественно, он появляется и в Ютубе, и там, но на площадках по московскому времени он появляется в назначенном порядке. Родная, пой на репите, очень крутой трек. Вообще последние, крайние три трека мне очень сильно, ну, нравятся самому лично. Вообще редко, когда нравится свое творчество, но вот крайние три трека – это очень интересный продукт. Привет с Киева. В Киев привет тоже летит. Концерт в Перми будет? Не знаю. Когда в Самару? Не знаю, друзья. Вот эти вопросы можете даже не задавать. Я по поводу концертов у нас сейчас нету. Определенных каких-то, да, конкретики нету. Тумани, йо, ты где, брат? Давай-ка я подключусь к тебе. Секунду. Не удается присоединиться. Санек, тебе что-то надо делать с телефоном, по-моему. Или с жизнью, я не знаю. Тебе надо поменять как минимум взгляды, да, короче. Что-то не получается у нас никак присоединиться. Причем у тебя. Сделай с этим что-нибудь. Ваки, фото с вами, спасибо вам. Да не за что. Инди, как жизнь? Все хорошо, спасибо, работаем, трудимся, делаем. В коконе когда? Необычно. Должен был сегодня вас возить. А, прикинь, пух, мне вот чел пишет, должен был сегодня вас возить, это вот походу, да, пацан? Алан, да, Алан, от души не понадобилась твоя помощь, спасибо. О, Киев Стоунер, салам, брат. Этот, Годына суда, судья решает вообще. Очень смешно, смешные ролики выходят. Вот. Побольше бы таких, красава, заставляешь повеселиться.
Поздравляю Цапу с днем рождения. Передаю привет ту Максу Маркел. Салам алейкум с Павлодара. В Павлодар тоже салам. Альберт, твои сердечки, мои сердечки, брат. Инди треки наподобие тамада будут. Вы имеете под имеете в виду под прямую бочку? Да, я кайфую тоже с такого хаоса, с дипчика. Я по-любому буду что-то такое делать. Уже есть даже что-то. Но пока мы это все морозим. Приморью привет. За какой клуб болеешь? Не сказать, чтоб я, в принципе, сейчас прям слежу за футболом. Раньше болел за Арсенал. И сейчас, наверное, болею. Просто меньше уже интересуюсь. Боями тоже не очень интересуюсь, не совсем. Музыка у меня на первом месте. И за остальным как-то не слежу. Девочку возьмете в команду? Пока не думали об этом. Зачем нам девочки, если у нас у всех такие великолепные, прекрасные голоса? Азамат лучше любой девочки вообще поет. Да, кто-то на заднем плане, я не знаю, Стас Михайлов, кто это вообще, не шарю. Но кто-то, да, кто-то нам делает настроение. Кто, если не ты? Подпишите, Саркисян. Следишь за выступлением Мурата Гасиева, конечно. Кто, если не ты? А если девочка не петь будет, а читать? Не знаю даже. Надо найти такую девочку, которая будет читать. Или найти мальчика, сделать ему операцию. И тогда девочка будет читать. Как мальчик. Хочется под них. Женское счастье. Почитай мне роман. Инди, что у тебя на стакане написано? У меня на стакане написано Сослан Бетчер. Вот Сослан Бетчер. Это мое кодовое имя. Азамат, хорошо, не беспокойтесь, друзья, все хорошо, не переживайте. Приятно, что вы пишете такие вещи. Все хорошо. Эфир приостановлен. По телефону набрали, друзья, извиняйте. Так, посмотрим, кому можно присоединиться. Кавказ, когда? Пока не знаю, как закончим дела.
кем едешь, с братьями, с родными. Как насчет прямых с подписчиками? Как насчет кривых? Со мной. Нормально, нет? Я юморю. Энди Гол транс. Ты о чем, мэн? Песни на репите, топ, спасибо. Ладно, друзья, я уже вот подъезжаю. Всех был рад видеть, слышать. Ну ладно, не слышать, видеть, читать. Спасибо всем за все, за теплые слова. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, да. Давайте, друзья, обнял, спасибо.